Что я человек все-таки, несмотря на этот жестокий график и все, что связано с ним, все-таки воду надо пить. Я помню, как я был на концерте в начале 2000-х Уитни Хьюстон, и обалдел от того, как она справлялась со своим волнением и с тем, как она потела ужасно в Кремлевском дворце. И ей приносили все время какие-то вафельные полотенца, которые очень не подходят для кожи. И вы знаете, это выглядело так замечательно, так натурально и так, знаете, искренне, что, видимо, эта традиция, она как-то перенялась. И поэтому все эти остановки, выпить воды, это все выглядит абсолютно нормально, друзья. И еще раз, решили выпить воды. Вы не теряете эмоции, нет? Я переживаю по этому поводу.